Здравствуйте, хочу кратко рассказать про сорт утенок, который я уже выращиваю третий год, и каждый год он мне нравится. Вот, сейчас я перед сбором, перед началом сбора вот этих вот уже оранжевых плодов, тут он только начал оранжеветь, но как бы уже хочется помидоров. Вот, но они уже начинают, видите, оранжеветь. Вон, там видны оранжевые помидоры утенка. Они очень красивые. Оранжевые. Вот. И эти я все оранжевые сейчас буду собирать с них. Видите? Вот смотрите, тут прямо кисть на кисть. Видите, что творится. Но есть еще, конечно, утята, которые не созрели. Конечно же, их достаточно много. Тут кисти переламываются, но я уже их и не буду подвязывать. Уже все. Хватит. Вот. Ну и утят у меня достаточно много. Все я показывать, конечно же, не буду, но несколько вот покажу. Видите, опять утята. Вот. Что пока они с полной нагрузкой, чтобы можно было посмотреть на них. Вот видите, есть на них урожай достаточно неплохой. Но пойду собирать. Так, а с этой стороны, по-моему, утят нет. Ну, в общем, да, я пошел собирать утят. Вот отсюда тоже видны оранжевеющие утята.